Форум «Молодые кадры решают все» для того и придумали, чтобы две стороны встретились и поговорили. Руководители аграрных предприятий увидят подходящих специалистов, а выпускники аграрии смогут понять, у какого работодателя условия лучше – для собственного карьерного роста и для развития своей будущей семьи. Молодому человеку позволит увидеть работодателя, который обеспечит его не просто хорошей, интересной работой, поставит перед ним сложные задачи, но и позволит самому студенту себя продемонстрировать, свое умение коммуницировать, потому что любая работа – это не только ряд профессиональных навыков, но это еще коммуникация в коллективе. И вот такая встреча, она позволяет двум сторонам друг друга лучше понять. За круглым столом работодатели рассказывали студентам про выгодные и комфортные условия трудоустройства именно к ним, про меры государственной поддержки и про специальные программы для молодых аграрных семей. В Мордовии есть предприятия, которые в комплексе с рабочим местом предлагают жилье и даже автомобиль. Выпускники мотают на ус и уже, проходя практику, определяются с будущим местом работы. Можно пройти практику и понять, твое это или нет. Но я советую всем рассмотреть как вариант аграрную специальность, потому что у нас республика аграрная, полно работы, и специалисты очень ценны в нашей сфере. И летом они всегда выезжают у нас на практику. И уже со второго курса они сейчас имеют возможность работать на предприятиях и делают это, заключают договора, проходят практику, зарабатывают свои первые деньги. Они уже у нас готовы, да. Вот так, играя, работодатели проводили собеседование со студентами. В ходе деловой игры трудоустройства выпускников обе стороны получили карточки-визитки, а после собеседования студенту начисляли баллы. Подарки от аграрных предприятий были вкусные, совсем как у Деда Мороза. Олеся Плакиткина, Андрей Просвиркин. Наши новости.